говорится, все творческие начала, которые можно приобрести в Военмехе, она приобрела. А я, глядя сейчас на Ольгу, подумал вот о чем. Меняются времена, проходят годы, а военмековская молодежь остается прежней. Да, все такая же. Студенческие годы – это самая запоминающаяся, самая яркая и веселая пора в жизни. А мне кажется, что эту задорную атмосферу юности как нельзя лучше передает песня «Ленинградский рок-н-ролл», которую для вас сейчас исполнит студентка третьего курса Мария Губаревич. И студенты, посещающие студию бальных танцев Военмеха. Мария Губаревич и студия бальных танцев «Ленинградский рок-н-ролл». Кто хочет, танцуйте! Ну и, конечно, все аплодируют!